Применяется в качестве неожиданной, встречной или упреждающей атаки в лицо противника. Свободная рукоятка возвращается в исходное положение. В отличие от предыдущего движения, используется в наступлении, и удар направляется не прямо, а сверху, по голове противника. Технически сложный прием используется в качестве неожиданной атаки. Один из мощнейших хлыстов, направленных по всей площади тела противника.